Да. Клипы делать под алкогольным опьянением опасно. 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 Вон малолетки. Только меня поздравляют мои фанаты, оказывается. Только пьют, пьют, пьют и пьют. Ребят, ну хорошо, что вы не наркоманите, наркоманов ненавижу, но так тоже нельзя. Подумать, что будет твориться на концертах моих, когда я буду петь эту песню, что они как они будут орать малолетки хором. Даже страшно подумать. Выпустил как будто какого-то монстра этой песни «Остро», «Пророк Санбой Остро». Люди поют изо всех сил. Хорошо, с одной стороны. С песней уходит из них всякая дурь. Дурь! Чтоб не хулиганили, преступления не совершали, не пили. Ну, дай бог, песня пошла в народ. Действительно пошла. Порог за тебя! Порог! Спасибо, спасибо, ребята, спасибо.